Привет, друзья! Это канал Кикидо. И сегодня мы пришли на рыбалку. Это чтобы рыбу не спугнуть. Чш-чш. У тебя клюет? Нет, не клюет. А у тебя? И у меня не клюет. Будем ждать. Кто-то звонит. Это мама. Да, мама. Алло, почему ты говоришь шепотом? Почему шепотом? Да, шепотом. Мы на рыбалке с Камилем. Молодцы, вы что, забыли? Я сегодня улетаю. Как улетаешь? Так. Сегодня? Представьте себе, сегодня. Мы совсем забыли. Да. Все, мама, выезжаем. Что случилось? Мама вылетает, у нее через час самолет. Побежали скорее. Побежали. Да-да-да, все документы у меня, не переживайте. Как только долечу, я сразу вам отзвонюсь. Все, пока. Хендерсон, ты что стоишь как вкопанный? Мы опаздываем, давай быстрее заводи машину. Да, мэм, машина уже готова. Присаживайтесь. Ой-ой-ой. Так, через дверь у меня не получается. Может, через крышу попробуем? Давайте, мэм, попробуем через крышу. Оп, пожалуйста, присаживайтесь. Так, аккуратно. Так, вот это другое дело. Отлично. Закрываю дверь аккуратно. Оп. Ой. Ну как вы там, мэм? Вроде бы ничего, но только немножко тесновато. Значит, все нормально. Поехали. Едем в соседнее село на дискотеку. Едем в соседнее село. Мама, кажется, пора менять работу. Пока! Мама, пока! Пока! Мы очень будем скучать! Пока! Ну вот и все, Камильчик, мы проводили маму. Пап, мне кажется, что это не считается. Как не считается? Мы же ей помахали рукой, наверняка она с окна увидела. Так что все считается. А теперь, Камильчик, мы на свободе! Наконец-то мама прилетает, а то я так соскучился по ней. Да, Камильчик, без мамы плохо. Друзья, а пока мы ждем маму, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока. О, вон, кстати, мама, пошли. О, да.